Вот и пришел долгожданный месяц март, который дает нам надежду на скорый приход тепла. Весна входит в свои полновластные права хозяйки. Будет много света, творчества и вдохновения. По моему образу и антуражу, я думаю, вы уже понимаете, что этот выпуск «Арт-территории» будет специальным и посвящен будет фестивалю «Мерцишор». Поехали! Мерцишор – это целых 10 дней такого яркого и насыщенного творчества. И здесь и народные песни, и мелодии, и танцы, и, конечно, выставки. Предлагаю посмотреть, что представлено во Дворце Республики. Выставки очень интересные, их можно будет смотреть в течение нескольких дней. Хочется пообщаться с несколькими мастерами. Здравствуйте, Ольга. Расскажите, о чем ваша выставка, и, может быть, поделитесь какой-то интересной изюминкой в ваших экспонатах. Добрый день. Мы представляем народные промысла и ремесла нашего Приднестровского края. Учитывая, что у нас три национальности, то мы попытались здесь представить важные моменты каждой из национальностей. В этой кухне представлен национальный костюм национальности молдаванка. Угу. Красивая девушка. Четкими элементами это и платок, и сотканная юбка, национальная рубашка, ну и, естественно, жилетка. Я бы даже сказала, она немножко на балерину похожа, стоит на полупальцах, такая танцующая молдаваночка. Танцы, да? Да. Двигаясь дальше по выставке, я обратила внимание на эту великолепную сувенирную композицию. Здесь пара танцует какой-то молдавский национальный танец. Это, конечно, впечатляет. И захотелось пообщаться с авторами. Привет, Татьяна. Расскажи, пожалуйста, как тебе вообще в голову приходит такое количество разных композиций? И я обратила внимание, что здесь есть прям особенный экспонат. Саш, привет. Да, действительно, у нас тут много экспонатов, все в национальной тематике, поддерживают тематику Приднестровья, молдаване, русские. Сейчас у нас тоже скоро праздник Масленица, гагаузы, болгары, украинцы. Но особое внимание у меня заслуживает вот такая тематическая композиция, которая у нас олицетворяет легенду о Мерцишоре. То есть вот она выполнена с любовью к нашему празднику. Мы всех поздравляем с этим праздником. Мира, здоровья и благополучия нашему Приднестровью. Хочу с вами поделиться одним интересным местом, откуда артисты могут подглядывать за тем, как собирается зрительный зал. Это балкон. Одно из главных событий фестиваля «Мерцишор» – это, конечно же, всегда открытие. Давайте посмотрим, как это было, и заглянем прямо за кулисы. Thank you.
Дима, привет! Пока не начался концерт, словила тебя практически за руки перед стартом открытия Мерцишора. И, конечно, хочу у тебя спросить, как у человека, который каждый год дает сольные концерты в рамках фестиваля, что нового приготовили, чем будете удивлять? Ну и, собственно говоря, сложно ли это делать каждый год? Ведь зритель уже привык и каждый раз хочет, чтобы был какой-то изюм. На самом деле, да, действительно, это так. Но для нас же это свой тоже такой адреналин, который стимулирует нас в будущей работе. И когда мы отрабатываем один Мерцишор, мы уже думаем на 2-3 вперед. И, конечно, в этот раз мы вновь будем радовать зрителя новшествами, новыми находками, инновационными такими технологиями, которые применимы на сцене, которые будут в симбиозе с традиционным дикси, с фанком, с блюзом. Конечно, будут, как всегда, интерактив, общение со зрителем, сюрпризы, которые понравятся зрителю и которые принесут нам тоже радость. А сейчас и вы увидите, как проходил концерт коллектива «Liberty». Искусств Мерцишор уже давно перестал быть просто чередой концертов народного творчества. Это намного больше. Вот совсем недавно, несколько секунд назад, вы слушали диксиленды и джаз. Дальше еще будет классика и многое другое. Выставки художественного творчества, выставки в библиотеках и так далее. И сейчас мы будем с вами продолжать окунаться в разные истории, которые предлагает нам фестиваль Мерцишор. Сейчас мы с вами посмотрим фрагменты концерта, который полностью посвящен народному танцу. Будет невероятно шумно, потому что на этой сцене сойдутся более 100 танцовщиков. Будет ярко, шумно, красочно, многонационально, потому что это народный танец. Пошли посмотрим. Так, здесь бесконечное количество костюмов, просто невероятное множество. И я хочу спросить у руководителя, как вы это пережили? Отшить 200 костюмов, как это? Я думаю, побольше, потому что комплектов очень много, в программе очень много номеров, единиц костюмов, жилеточек, поясочков, юбочек, блузочек. Деталей, уже за да? тысячу перевалило, это очень много, да, действительно. Но мы справились, мы шьем новые костюмы, мы готовим новые номера. Не спим ночами. Да. И еще такой вопрос, у нас же край многонациональный, я постоянно вижу атрибуты разных национальностей. Вот какие танцы будут представлены? Сегодня будет гагаузский, болгарский, множество молдавских направлений, сыр, быхоры, бетуты, русские танцы, казацкий танец. Угу. В общем, у нас сегодня разнообразие, белорусский танец, разнообразие будет прям великолепие. Еще я знаю, что вы подготовили премьеры. Может быть, парочку премьер? Да, премьеры? Сегодня будут дебютные номера, это будет гагаузский танец. Да, первый раз мы будем танцевать для зрителей. Большой номер сыр мы будем танцевать первый раз для зрителей. Мы будем танцевать сольные номера много. Угу. Трио «Словацкая полька» у нас есть. Киошкари наши красивые. Программа насыщенная. Да, зрители насыщенная. Получат огромное удовольствие, а вы через пару секунд все это увидите. Мы привыкли, что ложки используются только для еды, но вообще-то у артистов это целый атрибут для танца. Правда, дети? Да. Покажите. В молдавских танцах есть такая классная фишка – это выкрики, очень яркие, эмоциональные. Сейчас мы посмотрим, как это круто делают самые младшие танцоры в коллективе.
Номера очень разные, и некоторые характерные, там прям целая история. Девчонки, правда, уже переоделись для следующего номера, но вы по предыдущему видеоряду поняли, что история там интересная. А мне хочется у вас спросить, о чем ваш дуэт? Две девушки вышли, чтобы показать себя, показать свою красоту, но они не знали о том, что у них есть соперница, то есть каждая вышла поодиночке. А тут они встречаются и не понимают, откуда взялась вторая. Они одинаково одеты, и они начинают соперничать. Вот, наступая друг другу на ноги, пытаясь переманить внимание зрителей на себя. Дружба и танец побеждает, правильно? Ну, не совсем. Не совсем все-таки. Готовы побороться, девочки. Дружбы, но каждая все-таки считает, что она главная. В общем, все как в жизни, каждая девушка считает себя самой лучшей. В танце это тоже можно было увидеть в этом номере. Смотрим дальше концерт. Девочки, у вас пару секунд до выхода, вы переживаете? Ну, не очень, потому что, мы много выступаем в номер. Вы уже уверены в себе, да? Справитесь? Справитесь? Да. Будем улыбаться? Да. Давайте порепетируем на камеру улыбку. Ну что, получили удовольствие от детского концерта, от этой неиссякаемой энергии. А сейчас мы с вами двигаемся дальше по фестивальному марафону. И от искусства детского мы переходим к искусству профессиональному хоровому. Но мы не сразу с вами попадем на сцену, а для начала зайдем в репетиционный зал Приднестровского государственного хора, посмотрим, как они готовятся. Пошли за мной. Всем привет! Так приятно оказаться на вашей репетиционной базе. Ну и, конечно же, хочется подсмотреть, как происходит та самая подготовка к большому концерту. Аня, и снова здравствуй. Очень часто с тобой сотрудничаем. Помимо того, что ты пианистка, ты еще и аккомпаниатор у хора. Скажи, пожалуйста, в чем здесь специфика работы? Как это происходит? Да, Саша, специфика работы с хором, концертмейстера работы с хором отличается, естественно, от работы с солистом, инструменталистом, да? Даже вокалистом. Наверное, тем, что внимание концертмейстера хора должно быть очень разноплановым. Нужно держать во внимании жест дирижера, свои ноты, клавиатуру, дыхание, обладать очень сильным чувством ансамбля, чувством локтя, наверное. И за 18 лет работы в этом хоре я уже чувствую, Татьяна Васильевна, с полувзмаха, с полувздоха и с полувзгляда. А мы это видим каждый раз на концерте, и сегодня в том числе. Татьяна Васильевна, как вы себя настраиваете на концерт? Переживаете ли? И за что переживаете? За оценку зрителей, за своих артистов или за себя? Ну, честно говоря, опыт очень большой, поэтому сильно больших каких-то переживаний конкретных нет. Во-первых, я уверена в своих артистах, потому что они профессионалы, все они готовятся к концертам. Все время идет интенсивная работа, и как-то уже из практики происходит, что к концерту мы готовы. А может быть, есть какое-то произведение, которое имеет, ну, вот особое значение в этом концерте, которое вы очень хотели, например, давно добавить в программу, и вот сейчас тот самый момент? «Весенние воды» поем Рахманинова всегда. Стараемся его повторять, это произведение, это классика, это фантастическая музыка, которая вечная. А вы увидите совсем скоро, как это выглядит на концерте. Oh.
первая часть дневника фестиваля «Мэр Цюйшор». Встретимся с вами через неделю и продолжим. С вами была, как всегда, «Арт-территория». Мы расширяем границы вместе.